Извлечение и очистка водой. Сушка и сортировка семян. Метод извлечения и очистки семян водой с брожением. Ферментацией. Метод очистки водой с последующим брожением используется для помидоров и огурцов. Процесс ферментации позволяет убрать желеобразную оболочку вокруг семени, которая удерживает его в состоянии покоя. Помидоры или огурцы разрезают на две половинки. Затем семена вместе с их соком выбираются ложкой в банку. Если сока мало, можно добавить немного воды. Нельзя брать семена с поврежденных или надгнивших овощей. На каждую банку нужно приклеить этикетку с названием вида и подвида. Благодаря прозрачному стеклу банки можно наблюдать весь процесс брожения. Не нужно закрывать банку герметично. Сетки хватает, чтобы защитить семена от мошек. Банки должны храниться в теплом помещении, лишенного прямого солнечного света, при температуре 23-30 градусов Цельсия. Период брожения зависит от температуры среды и количества сахара в жидкости. Через некоторое время на поверхности появляется белый слой плесени. Очень важно периодически перемешивать содержимое банки, чтобы брожение было равномерным и слой плесени не стал очень толстым. Если мякоти немного, можно добавить немного сахара. Это ускорит брожение и препятствует формированию вредной плесени. Необходимо внимательно следить за процессом брожения. Если на улице тепло, раствор с семенами начинает бродить в течение 48 часов. Если этот процесс происходит очень долго, то семена уже без оболочки начнут прорастать и станут непригодными для дальнейшего использования. Процесс ферментации заканчивается, когда семена оседают на дно банки, а мякоть и оболочки поднимаются на поверхность. Можно начинать очищение семян. Для этого достаточно промыть их под струей воды. Метод извлечения и очистки водой без брожения. Очистка водой без брожения подходит для плодовых овощей, таких как баклажаны, тыквы, кабачки, дыни и арбузы. Семена вынимаются из плода и промываются проточной водой в дуршлаге. Если зерна не отделяются легко от мякоти, можно оставить их на 12-20 часов в емкости с водой, чтобы мякоть легче отошла от семян. Важно не оставлять семена в слишком теплом помещении, для того, чтобы не допустить брожения. Нужно чем быстрее переходить к сушке. Просушивание. После очистки водой нужно чем быстрее переходить к просушиванию семян. Они должны высохнуть не позднее, чем через 2 дня. Для этого их выкладывают на сито или плоскую тарелку в сухом, теплом и хорошо проветриваемом помещении с температурой 23-30 градусов Цельсия.
Если семян немного, их можно сушить в фильтрах для кофе, на которых они не слипаются. В один фильтр можно положить не больше чайной ложки семян. На каждом фильтре важно написать чернилом подвид и вид. После этого они развешиваются в сухом, теплом и проветриваемом помещении. Нельзя оставлять семена на солнце или же выкладывать их на бумагу, так как они могут прилипнуть, и потом будет тяжело их собрать. После сушки перетрите семена руками, чтобы отделить их друг от друга. Сортировка семян. Существует несколько способов сортировать семена после извлечения. Можно это делать, используя воду или всухую. Метод с водой подходит для семян без оболочки, таких как семена порея или лука. Для начала семена высыпаются в прозрачную емкость и заливаются водой. Нужно перемешать жидкость несколько раз, для того чтобы здоровые семена осели на дно. Мусор и пустые семена поднимаются на поверхность воды. Их легко убрать решетом. Затем воду сливают через сито, чтобы собрать семена, которые осели на дно. Его нужно немедленно высушить. Многие очень легкие семена не могут сортироваться данным способом. Сортировка всухую используется намного чаще. Если семена большие, их можно отделить руками, как, например, фасоль, и отобрать поврежденные семена. Если, чтобы достать семена, нужно перетереть растение, очень важно затем убрать весь мусор. Сначала семена просеиваются через большое решето, которое удерживает крупный мусор. Затем необходимо подобрать мелкое сито и еще раз просеять семена, что позволит отделить их от мелкого мусора. Выбор сита является решающим. Оно должно сохранять семена и пропускать через себя как можно больше мусора. Чтобы закончить очистку, семена высыпают в плоскую емкость и осторожно продувают, чтобы удалить любой мелкий мусор. Можно также использовать ветер. Для этого семена потихоньку высыпаются в емкость таким образом, чтобы ветер уносил мелкие частицы. Еще один способ предусматривает использование небольшого вентилятора. Он подходит для тяжелых семян, поскольку легкие могут разлететься под напором воздуха. В любом случае, каким бы ни был способ, часть семян теряется. Поэтому важно понимать, когда остановиться.
можно убрать все пустые зерна и мусор, или же остановиться на поверхностной очистке. Тогда семян будет больше, но далеко не все прорастут. Как бы там ни было, природа очень щедрая. Нетрудно заметить, что семенники почти всегда дают огромное количество семян. Больше, чем нужно для собственного сада или огорода.